умеете, не знаете много молитв, просто перекреститесь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, благослови мне сегодня прожить этот день. Благослови мне. Вот идете в школу. Господи, благослови, помоги мне сегодня. Песня «Богородице, Богородице». Богородице, Богородице, Матерь света, любви и добра, ты надежда моя, Богородице, и чудесных прозрений пора. И о детях моих, Богородице, перед сыном твоим помолись, ты прости их всех, Богородице. Детки, вот сегодня я вас всех спросила, кто крещенный. И очень мало среди нас крещенных. Наш ангел-хранитель, которого Господь нам дает при крещении. И если вы не крещенные, его нету. Обязательно, детки, я думаю, что вы в следующий раз приедете к нам, и батюшка всех вас покрестит. Всех, кто сегодня был, для нас будет это с батюшкой самая большая радость, что вы покрестились, чтобы ангел-хранитель вас был, чтобы он хранил вас, оберегал. Песня «Ангел мой, невидимый хранитель». Все мне летом хотела света, только я ей в этом не помог. И дети, когда мы не слушаемся свою маму, это тоже есть большой грех. Обещайте, что вы будете слушаться все-все своей любимой, дорогой мамочку. Будете слушаться? Да! Песня «Ночь глубокая, тихо стоят сады». Ночь глубокая, тихо стоят сады, только ты не спишь, мама моя. Когда пела матушка Валентина песню о маме, потому что моей мамы уже нет давно живых, и для меня это очень трогательно, очень волнительно, очень подействовала ее песня вот именно на душу, потому что духовная песня. Кто-то обидел, да? Нет, она чувствительная. А как тебя зовут? Полина. Да. Полина, ты будешь креститься? О, хорошо. Тогда сильными все будете, потому что это дает силу вот там где-то. Прощение души дает силу. Нет, мы говорим о силе, когда ангел появляется у человека, когда появляется сила, внутренняя сила, не физическая. Маму берите, а еще что? Ну давайте, ребята, каждый свое мнение. Слушать родителей, уважать. А еще что? А креститься? Ну, смотрите, маму, кто придет креститься? Ух ты, какая радость. Да, то есть у вас есть желание уже, дети? Да. Ну, кем будешь там? Кем ты? Пилотом. Пилотом? Да. Ты, хорошо. Да. Это серьезно. Пилотом, это серьезно. Дальше. Мальчики, кем хочешь стать? А ты? Танкистом тоже серьезно, видите, как ты? Более военные у нас соседи. Пока нет, чтобы вы не было. А у тебя защищает. Мечта как художником, да? Ух ты, как красиво, видите, и танкисты, и пилоты, и художники. Вот вы знаете, что такое храм? Для чего храм? Для молитвы. Правильно. Хорошо, еще? Для крещения. Для пищи, для таинств, да, совершения таинств. Нам силы, здоровья. Помолиться за нашу бабушку, дедушку, за маму, за папу. И вот мы ставим вот эту свечу и говорим о здравии раба Божия или рабу Божию. И пусть этот огонек будет искриться и все больше и больше издает тепла, духовную радость Богу. И как мы сегодня и обещали, ребята, мы сейчас идем на колокольню. Мне нравилось все, что внутри храма.
мальчики. Такое все яркое, блестящее. А как поет Матвей? А еще? Мне еще понравилось бить колокол. Фоны здесь красивые, большие. Песни понравились. Все. Никита? Сколько тебе лет? 13. А, молодец. Мне все понравилось. Ну, не понравилось только то, что мы долго сюда ехали. А, долго ехали. Как матушка пела. Как звенеть в колокол понравилось. Меня зовут Полина. Мне 12 лет. Мне очень сильно понравилось звенеть колокола. Понравилось матушке. Как песня. Ты надежда моя, Богородице, и чудесных прозрений пора. Богородице, Богородице, как люблю я тебя всей душой. Ты звезда моя, ты заря моя. Ну, у нас сегодня с ребятами была запланирована экскурсия по музыке, и мы как бы больше тема была такая, что духовная музыка. Ну и знакомство с христианским тоже искусством, с церковным вообще искусством. И как бы предварительно мы с ребятами, конечно, поговорили о правилах поведения в храме и о том, о чем будем говорить с ними. И ну, сегодняшний вот этот урок, экскурсия, конечно, произвел большое впечатление на ребят. Кто-то был впервые, я и сама впервые у вас в этом храме. И довольно-таки все красиво. Когда слушаешь, и хочется быть с вами всегда рядом. Ну и я думаю, вот как бы все, что мы сегодня услышали, все, что мы увидели, это произвело большое впечатление мне на ребят и на нас тоже, и останется в памяти. И как бы они, у нас будет желание еще к вам прийти. Спасибо. Мне, конечно, я была уже в этой церкви, была не раз. Здесь я очень часто бываю в этой церкви. Но сегодня я была здесь с детьми. И, конечно, вы очень действуете на душу человека. И маленького ребенка, и взрослого человека. Мне все очень понравилось. И я буду как можно чаще заходить сюда от всех своих житейских забот и проблем. Вот здесь душа радуется, душа успокаивается, и мне сегодня стало хорошо и легко. Большое вам спасибо. Сказать большое спасибо от себя лично и от имени всех детей. Большое вам спасибо. Да, конечно, я уже была на концерте, всегда в одноклассниках слушаю, всегда матушку, и большое удовольствие получаю. Действительно, большое вам спасибо. Я не могу выделить все, знаете, вот все, вот они так душевно, так в душе все, можно сказать, я могу так одним словом, все песни. Дорогие братья и сестры, сегодня к нам приезжали дети из села Сорочкино. Был небольшой духовный концерт, вот в храме отец Александр, заходили дети все в храм, была тоже небольшой такой урок воскресной школы. После этого всего дети все поднимались на колокольню, все имели возможность позвонить в колокола. И мы спросили дети, все ли крещенные. И вот все дети, кроме троих детей, подняли руки, что все не крещенные. И самая большая радость – это то, что после сегодняшнего такого духовного общения с этими ребятишками, дети все нам пообещали, что все приедут в наш храм Покровы Божией Матери, Ромашево, и все покрестятся. Дорогие родители, пожалуйста, не запрещайте вашим деткам покреститься, потому что вот сегодня я с ними общалась, батюшка отец Александр с ними общался, мы увидели эту искру, дети загорелись, они почувствовали душой, что они хотят прийти к Богу, хотят покреститься. Очень вас прошу, не запрещайте и не тяните, потому что детки уже не маленькие, дети ходят в 6, 7, 8 классы, нужно детям покреститься, чтобы у каждого был свой ангел. Вы знаете, что хочется сказать? Это уже не пиар. А какой здесь пиар? Дети хотят креститься. Был духовный
смотрела на этих детей, которые сели за партами. Это было что-то. Дети, которые впервые пришли в храм. И с ними было все легко. Это милые, хорошие, добрые детки. Они все хотят креститься. Они все крестились. Я им показывала, детки, вот так нужно складывать руку. Вот так, три пальчика, а два пальчика мы зажимаем. И крестимся во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Потому что они крестились не с правой на левую сторону, они крестились с левой на правую сторону. Они и креститься не умеют. Слава Тебе, Господи! И они такие все радостные. Кто-то плакал, кто-то радовался, кто-то обнимал, все обнимались, как будто мы уже 100 лет друг друга знаем. Вот это родное, вот здесь в храме Божьем все и происходит. Все, вот с этого нужно все начинать. Они все пообещали, что все приедут к нам до Рождества, все покрестятся. И нас на Рождество, дай Господи, нам всем дожить, еще впереди нас пост рождественский. На Рождество эти дети с Сорочкиным будут участвовать в рождественском духовном православном концерте. И они все радостные, уже ждут снова встречи, этой духовной встречи, которая у нас снова состоится. И они пообещали, все придут с родителями. Всех вас, детки, ждем. И самое радостное то, что они не хотели сегодня с этого храма уходить. Мы уже прощаемся, уже уходим. Они еще все стоят. Уходить, говорить, не хочется. Вот радостно то, что у детей есть такое желание. 15 человек, которые сегодня приехали, детки некрещенные. Они все сказали, мы будем креститься. Самое главное, дорогие братья и сестры, привести людей к Богу. Архистра тих верховных сил, заступник теплый Михаил, завета Божия хранитель и князь всех ангельских чинов. Великий чудный Михаил, как сладко твое имя мне,